Яркий российский актер Евгений Сидихин добился признания зрителей практически сразу после своего дебюта в фильме «За последней чертой». Дальнейшие проекты окончательно закрепили его успех. Сейчас за плечами 58-летнего актера 149 киноработ. И на достигнутом Сидихин останавливаться не собирается. Евгений появился на свет 2 октября 1964 года в Ленинграде. Его отец был руководителем цеха, а мама работала учителем русского языка и литературы. Клара Григорьевна очень рано ушла из жизни из-за болезни. Евгению на тот момент было всего 5 лет. Мальчик тяжело переживал эту потерю. Вскоре отец снова женился. Женщина всем сердцем полюбила мальчишек. Но семейная идиллия продлилась недолго. Вскоре после замужества у мачехи диагностировали онкологию. Ее полностью парализовало. И на протяжении 5 лет отец не отходил от постели супруги до самой ее смерти. Детей помогали воспитывать многочисленные родственники. Жене тяжело дался этот период. Он все чаще уходил в себя и мечтал о том, что сбежит от всех проблем и станет капитаном. А пока он усердно занимался в клубе юных моряков при Дворце пионеров, в 4-м классе будущий актер увлекся вольной борьбой, и в секции, куда он пришел, сразу отметили трудолюбие и старания мальчика. 5 раз он становился чемпионом Ленинграда и мог бы сделать неплохую спортивную карьеру, если бы в его жизни не появилось новое увлечение – театр и кино. После окончания школы он стал студентом актерского факультета ЛГИТМИКа. Правда, уже на 1-м курсе ушел в армию. Служить ему довелось сначала в Туркменистане, а затем в танковых войсках в Афганистане. Это тяжелое время актер вспоминать не любит. За 2 года желание стать актером у Евгения Сидихина не пропало. И после службы он восстановился в институте. Учеба подарила ему не только профессию, но и знакомство с девушкой, которая стала его единственной женой. Они учились на параллельных курсах. Через неделю после знакомства съехались и счастливы вместе уже почти 40 лет. Евгений Сидихин был еще студентом, когда на свет появилась его старшая дочь Полина. Когда же ей было 9 лет, родилась ее младшая сестра Аглая. А когда Полине было 18, на свет появилась еще одна сестричка – Анфиса. Старшая дочь Полина решила пойти по стопам родителей и подала документы в Академию театрального искусства. Сейчас девушка – популярная и востребованная актриса. На ее счету уже около 40 ролей в кино и театре. Часто зрители отмечают, что Полина – обладательница нестандартной внешности. Многие ее красоту считают достаточно специфической. Полина состоит в отношениях с юристом Дмитрием Кутыевым. Семья воспитывает дочь Стефанию. Евгений Сидихин живет в самом настоящем женском царстве. Жена, 3 дочери и теща. В жизни Евгений Владимирович – нежный, заботливый и любящий отец, муж и зять. Он сумел не только найти, но и сохранить свое счастье, что сегодня является огромной редкостью в актерской среде. Пожелаем талантливому актеру и его семье крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.